Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на обзор Варкапа 237. Карта Cool Simple 4 Rocks. Демок прислали 38 штук, а это на 5 больше, чем на первый раунд РРВЦ. Поэтому давайте посмотрим уже наконец эту карту. Почему я говорю, когда он, я не знаю. В общем-то, у нас здесь вот старт, который нас не пускает обратно. Начинается он примерно вот на этой линии. Ну и, собственно, не обнуляется, как это принято в последнее время делать. Так что Зерк, я думаю, будет рад. В общем, у нас минус один патрон ракеты, но ограниченный Battle Suit. Я вот так как-то бы, где темнота. Вот видите, да, 30 секунд. Вот. Так что слишком долго тупить на этой карте не получится, и придется ее каким-либо образом проходить. Изначально карта была с трейфом, рокет тут, по идее, не предусмотрен, поэтому отстреливаться как бы можно от всего подряд. Любую стену бери и отстреливайся, как тебе будет удобнее. Здесь у нас рампа, на которой можно прыгать, здесь у нас рампа, на которой нельзя прыгать. То есть эта рампа такая неюзабельная, так скажем. Можно пройти и здесь. Кто-то, я уверен, все это дело так и обходил. Здесь у нас небольшой туннельчик. И вот здесь самое такое, одно из самых проблемных мест. Если вы летите очень быстро, то из-за вот этой высоты... Сейчас я, кстати, включу. Из-за высоты в 56 можно врезаться как бы сюда, не успев сделать даблджамп. То есть эта тема не скимится с даблджампом, и поэтому... Она скимится, но совсем немножко. Поэтому, собственно, у некоторых, я думаю, могли возникнуть с этим даблджампом проблемы. А так, ну, можно было, конечно, и здесь по наклонной как-то, да? Прыгни! И здесь по наклонной забраться, либо просто подняться. В общем-то, особо здесь трудностей во время прохождения не будет, ну и быть, в принципе, не должно. Там у нас что-то фиолетовенькое, ну-ка. Многие, наверное, даже не знают, что это такое. А это у нас телепорт, который нам сохраняет скорость, либо прибавляет в зависимости от нашей вертикальной скорости, и выкидывает оттуда. Но это больше для стрейфа в ЭКУ-3 было сделано. Я надеюсь, что... На этой карте никто не заюзал это дело. Здесь у нас дополнительная стенка стоит, чтобы нам... по косяк, что ли? Видимо, просто добавил геймплея. Здесь у нас текстура не ресетнутая. Очень жаль. Ну да ладно, без разницы. В целом, карта достаточно динамичная. Есть пара прикольных моментов, я их попробую вам показать. Здесь ничего нету. Если сейчас кто-то подумал, что вот тут финиш, нет, он вот тут. Ну и, в общем-то, давайте я попробую пройтись и покажу сразу пару моментов. В общем-то, изначально, так как нам надо идти направо, и логично начинать с левой стороны, чтобы под поворот как бы лучше заходить. А здесь у нас несколько вариантов. Либо мы просто вот так вот спамим и заворачиваем не очень хорошо. Ну и идем дальше, да? Либо мы можем набрать те же 2000, запуская ракету наперед. Это как вариант. Это, ну, мне бросилось как-то сразу в глаза. И, собственно, я так и делал. То есть вот мы выстреливаем. И примерно накидываем себе... Так, я не буду уж выбивать идеально, я ее тем более весь варкап практически не играл. В общем, далее мы, естественно, не используем вот ту рампу, используем вот эту наклонную, от нее отлетаем и на большой-большой скорости делаем даблджамп на этой рампе, отстреливаемся и сбрасываем здесь до 1500-1600 упсов, чтобы благоприятно здесь повернуть. Здесь делаем просто... даблджамп. И вот здесь самый интересный момент. В принципе, я думаю, многие проходили именно вокруг. Но кто, может быть, не знал, тот узнает, кто знает, тот вспомнит.
у нас же есть ГБ от пола, собственно, под себяшки-то с ГБ. Это же наше любимое, вообще излюбленное дело с ракетами. Поэтому, как бы, если вы найдете необходимый для тебя, для вас, извиняюсь, и необходимый для вас спейсинг, то вы можете... Запись идет. Привет, YouTube! Если вы найдете нужный спейсинг, то вы можете заскимить вот этот вот угол. Причем заскимить его достаточно нормально, типа вот даже как-то отсюда, может быть. Ну, в демке увидим, я делать сейчас не буду, это займет слишком много времени. Вот, и, собственно, мы делаем под себяшку, делаем ГБ, и тут еще сложность в том, что вот тут вот пола нету уже, все. И здесь получается, что ГБ нужно делать неполный и почти сразу же прыгать. Ну и получается так, что мы делаем ГБ, скимим этот угол, подравниваем себе траекторию и просто туда вот так пролетаем через середину. По скорости это примерно так же, даже чуть быстрее, но единственный минус, ну как бы такой, не то чтобы прямо минус, из-за которого можно было бы не делать эту срезу, но такое неудобство, что мы в любом случае прислоняемся вот к этой стене. А от этой стены на скорости 3000 нам весьма и весьма неудобно потом повернуть налево, потому что мы и так типа с левой стороны, да, идем. В этом, конечно, было небольшое неудобство, но естественно можно лучше, естественно можно быстрее. Если бы я, допустим, не играл РРВЦ, я бы точно там, не знаю, 23, не знаю, ну САП 23.5 точно сделал, я думаю. Ой, это я бегу. Что-то рассказываю, да, там такой тук-тук-тук-тук-тук. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ. Опа, что-то затупил. Нет, ну ладно. Ну и в общем-то потом просто на скорости летим. Здесь все проходится, вот этот поворот на одном ГБ проходится, потому что скорости много. Мы прилетаем, делаем ГБ, здесь либо скимим, либо не скимим. Но лучше скимить, конечно, по траектории. Но если у вас слишком много скорости здесь, то ским не получится. Поэтому просто как бы идем такие. Опа. Опа. Я хотел оставить мало хп, но да ладно. Ну, в общем-то, вот такая карта. Особенно здесь, особенных каких-то мест как таковых нету. Единственное, я думаю, Хоксу будет приятно, чтобы он в комментариях потом не вонял, что вот, почему ты не рассказал. Он предложил еще идею, что можно без рампы, без этой, просто здесь самому типа сделать РЖ и здесь пролететь. Я так понял про это место. И, в общем-то, я думаю, что это медленнее, потому что ты сам будешь сбрасывать скорость, а здесь ты сбрасываешь об стену, и в любом случае у тебя по траектории лучше получится. Но это, на мой взгляд, не знаю, как уж он там со своими 30 сантиметрами, в скобочках 16, это все равно много. Ну, в общем-то, вот. Ну, давайте перейдем к демкам. Не будем долго тянуть. Ну и по традиции начинаем с ВК3, Шарлон 1.10. Старался он не очень хорошо, судя по всему. Ну да ладно. Да, не очень, конечно, старался. Поэтому говорить я тебе, Шарлон, ничего не буду. И ты это даже не поймешь, что я тебе ничего не буду говорить. Дружище. Бро. Ну вот, СРЖ, но ВК3 точно СРЖ эффективнее. Может быть, Хокс про ВК3 говорил, но ЦПМ это точно хрень, по-моему. Так, может быть, в 2010 бы сделали, но в 2019 у нас другие, знаете ли, нравы, другие скиллы, и мы можем себе позволить проходить быстро карту. Но в целом, как бы несмотря на то, что он не особо старался, и сервер тайм 12 минут, я думаю, что в целом Шарлон прошел неплохо, у него кончился еще Battle Suit. Кстати, вот да, я думаю, в ВК3 это основная проблема, что кончается Battle Suit, и вы не можете добротно, так сказать, отстреливаться вплоть до финиша. Так, такая будет Accurate Rocket, да, на 10 упсов. Ой, на 10 хп. Красава, 1.10. Большой-большой, и залогинился в этом, да. Лунтик, большой-большой молодец, Шарлон. И Лунтик его перебил на 18 секунд. Лунтик, красава. Но если ты сейчас, Лунтик, будешь хотя бы одну ракету промажешь куда-то плохо, я свои слова заберу обратно.
Ну слушайте, вот смотрите, вот человек просто идет, никуда не торопится, тихонечко отстреливается, каждая ракета просчитана, прокалькулирована. Лунтик знает, куда он стрельнет, у него есть роут, и это сразу бросается в глаза, это сразу видно, что он никуда попал отстреливаться, допустим, как Шарлон без роута. А вот Лунтик, вот он именно знает, у него есть роут, и это похвально, это молодец, это ты красава. Да, вот и все, изи, вот. Да, и тут не надо отстрелиться, вот, и тут можно, кстати, да, вот, и тут можно сейчас. Ну не стал, ну ладно. Ну он там не отстрелился, поэтому он предпоследний, правильно? Да, и БС прямо под конец кончился. Четвертый из семи. Неплохо, неплохо. А, про кипоп. Перевил на 4 секунды. А Лунтик молодец. Лунтик красава. А запись идет, а запись все еще идет. Так, про кипопыч. Конечно, пободрее. Ракет кинул получше, здесь, возможно, даже побыстрее у него получилось. Так классно, пить кофеек с утра под демку про кипопа всегда. Вот знаете, я просыпался в свои 3 года. Когда был совсем еще маленький и думал, блин, когда же я смогу уже попить кофе с прокипопом под его демочку, это так классно. Вообще да, типа, вот у него хватило батлсюита до конца, и, к сожалению, на финише он типа, ой, я демки не переименовал, ой-ой-ой. А я-то думаю, что за фигня, и привык, что у меня все переименовано-то. Ну-ка смотри, вот сейчас вжух, и все переименовано. А? Как тебе такое? Нюк был последний, Шарлон постарался на 200 лучше, чем Нюк. Давайте сначала. Немножко Россейна получилось, Россейн. Ничего страшного. Не нравится, пишите сами. Я вот что вам скажу. Да не, ну просто. Бывает, бывает. Так. Нюк, ты же знаешь, что у тебя ракета есть, да? Если ты хочешь приз за оригинальность, то я тебе могу только минус рейтинга вкатить за такое. Это не уважение. Почему, допустим, как бы, ну вот, грубо говоря, да, я лишнего как бы выебываться, конечно, не хочу. Но почему я должен тратить, типа, свое время на вот так, настолько, типа, рофильную демку, когда человеку просто пофигу? Выразил типа свой протест, что карта говно, мы поставили на варкап. Ты видел прошлую карту? Ты нам будешь что-то предъявлять, Нюк, алё. Все нормальные карты уже давным-давно поставлены были на варкап. Естественно, нам нужно ставить какие-то новые. Так, Шарлона смотрели, все, Лекс. Ну ты, Нюк, вообще от тебя не ожидал, Нюк. Минус рейтинг тебе, минус уважение тебе. Никто не заставляет играть тебя эту карту, если она тебе не нравится. Всем угодить мы тоже не можем. Ставить только то, что ты хочешь. Можешь ставить в офлайне у себя и грудкать, сколько тебе влезет. Вот Лекс старается. Лекс красавчик. Честно, я недоволен. Мы типа, блядь, для вас что-то делаем. Мы типа стараемся, а вы нам такими демками плевок в лицо, да? Вот так вот вы, да? Вот так вот. Вот Лекс молодец. Вот это я понимаю. Конечно, да, жалко, что кончился Battlesuit, но
принципе, да, две ракеты. Только хотел сказать, что две ракеты еще можно закинуть, и он, собственно, это и сделал. Большой-большой молодец. Булка, вилка, дулка. Дилка, дылка, дрылка. Минута и ноль. Мапа ему. Так, здесь, в принципе, скорости сохраняется чуть больше. Углы отстрела более ровные. Неплохо, такая под себяшечка. Ну вот здесь, конечно, очень много потерял. К сожалению, надо было выравнивать траекторию под поворот заранее, потому что это ВК-3, потому что здесь халявы не будет. Ну, последняя ракета, да. Ну, типа в теории можно, конечно, отстрелиться на 5 упсов, но делать этого, конечно же, он не будет. Сильчен 54,5 на 5 секунд перебил. На 6, ладно, 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 не ори, не ори, на 6, на 6. Красавчик. Так, пошел. Мой пиздюк, считай, давай, Rocket Run-чик, давай. Помнишь, как мы с тобой в 2010-м рубились, помнишь, помнишь, Паша, давай, давай, Паш. Тащи. Вот красава, вы посмотрите только на него, а. А хотя нет, тут, наверное, и тоже от этой стены быстрее будет. Но я в Кутри не играл, честно. Я хотел, я очень хотел в обе физики ее поиграть, но это РРВЦ отнимает все время. Поэтому я на последующих, наверное, точно не буду участвовать. Если только там City Rocket не будет. Ну хорошие, хорошие, добротные отстрелы. Максимально быстро пытается Пашка отстрелиться. И в принципе правильно, еще можно одну пустить. Только аккуратно, аккуратно, да-да-да. Выравнивал щелку, чтобы ненароком себя не убить. Да, молодец, Паша, хорош. Так, Торнера посмотрел, ой, Лунтика пострелили, Торнер. Прокипоп обгнал Торнера, прокипоп. Мы тебя все равно не возьмем, Андеды, ты зря стараешься. Но, типа ты, да, ты можешь тащить свой клон. Торнер, он может в этот... Торнер может в АВ попробовать попроситься. Там как раз Майнкрафт начинают играть. Ну неплохие под себяшки в КУ-3. В целом по скорости все ровно, но я думаю тут в целом... Ой, две ракеты минус. Я думаю тут в целом проблема у Торнера в том, что... Да, вот, допустим, тут очень жесткий фейл. Сервертайм 12 минут. Такое, Торнер, ну блин, старайся лучше. Я очень надеюсь, что увижу у тебя хорошую ЦПМ демку. 46.1. Третье место было про Кипопа. Поздравляю тебя с твоим третьим местом. И Кианекс второе. Укушенный пузом. Киану Ривз говорит. Ну, мечтать, собственно, не запрещено. Пока что. Хорошие отстрельчики тут. Здесь... На РЖ как будто бы вообще не в планах у него было вот так именно делать. Да, ну стрелы классные, классные стрелы. Здесь на повороте, конечно. Но вот здесь, мне кажется, здесь надо... не стрейфить, а прислоняться к правой стене и постоянно набирать скорость. В ИКУ-3 же, особенно и City Rocket, типа, этим отличается, что нужно поддерживать максимальную скорость на протяжении всего рана. Типа, в этом смысл. Ну и я думаю, что Кет нам сейчас покажет просто изи плюс 5 секунд. Первое место. Кет, красавчик. Good job, good job. Nice one, Кет. Давайте посмотрим.
Ой-ой-ой-ой, вот-вот-вот, пошел. Готовится уже кет к взятию дефа. Вот нифига. О, awesome, just awesome, man. Oh my god. Oh my god. Кианекс, учись. Стрейферок тебя как нагнул, а? Я думаю, это должно послужить тебе мотивацией стараться лучше. Nice, nice cat, really nice, just, I don't know. Excellent run. Ну и давайте перейдем к CPM, 720, 36,2. Тут у нас демок поболее, но они побыстрее. И давайте мы их тоже посмотрим. Кинул наперед ракету, не словил ее, к сожалению. Проходит без стен. Вот, вот нюк, вот если бы ты записал, типа, что-то более... А, ну вот, как, типа, СРЖ, да? Не знаю. Не знаю. Мне кажется, если ты летишь там со скоростью 3000, делать там, сбрасывать со скоростью, делать РЖ, это медленно. Но в целом, пройдено чисто, никаких, типа, помарок нету, никаких лишних ракет тоже. Ну, никак, не лишних, а дополнительных ракет не выстреливает, просто там, где это действительно нужно, где он уверен. И это тоже хорошо, он нашел, типа, свой роут, он прошел карту очень чисто, и смотреть это приятно, несмотря на то, что это, типа, ну, медленно. Так что давайте дальше. Кто это? Хербергер. Я что-то задумался. Так, ну что, 34,7. А, я где-то его видел. Знакомая расцветка. Тут уже используются стены. И за счет как раз-таки этих стен Тербергер и вытащил. Я считаю. Видите, 47,8, там было 46. Видите разницу? Видите. Бум. Молодец. Да, прошел, конечно, хорошо, но контроля именно в плане стрейфа в поворотах не хватает. Надо над этим поработать, потому что ты очень много терял именно на переходе с ракеты, типа на боковой стрейф. Ты очень много скорости на этом терял. Если все это, допустим, всю твою потерянную скорость твоим же роутом, типа, собрать и, допустим, не потерять, то ты по-любому Дукача обыграешь. А Дукач у нас сделал 34,3. Из... Hey you, нет you. Ну тут слишком много сбросил скорости. Неплохие отстрелы, тут опять же потерял скорость. Ну как-то немножко рассеянно Дукач прошел. Вот, ну камон. Ты серьезно? Ну что за отстрелы, Дукач? Давай как-то постарайся лучше. Там поиграй, рокет-ранчики какие-то. Ты видел свои отстрелы? У тебя особенно последний, ты типа 200 идешь к стене, финальная стена. Ты к ней, мало того, что ты в саму стену врезался и получил 1900, так ты еще потом обратно на 200, типа, отстрелился, 200 из 500. Это, ты понимаешь, что это 40% из 100% эффективности? Ай-яй-яй, Дукач, ну ладно. Ну, работай. Работай над своим. Ашанзи. Какие-то новые люди, да? Ашанзи? Это Россия, поэтому Ашанзы. А это Казахстан, блин. А, не знаю, ладно. Задом. Просто за... Ой-ой-ой. Ну это не новичок, видно, не новичок. Опять со своими фейками ворвались тут.
кнопка вперед, это рефлексер, походу, смотри, как он кнопка вперед чисто рулит. Easy reflex, easy life. Сервер тайм. Это real time, где сервер тайм? 18 минут. Угу. Ну, на финише немножко встрял, конечно. В целом, даже вот кнопкой вперед, как мы видим, можно пройти гораздо чище, чем боковыми, потому что кнопкой вперед потерять скорость намного сложнее, по сути. Ну, типа, надо умудриться еще, чтобы потерять скорость. В этом плане Ашанзи, конечно, молодец. Я неправильно, не знаю, как правильно ударение, но ты можешь написать нам в комментариях под видео, а еще поставить лайк, потому что ты красавчик. 31-1. Катаруф. Привет, Катаруф. Давно тебя не видели, Катаруф. Запись идет, запись идет. Ок. Так. Хорошие ракеты. Хорошие, хорошие. Так, здесь 1300. Нормально, нормально. Ровненько, пока ровненько. Ну вот здесь, конечно, ракеты не очень. Не очень, ракеты не очень. Так, здесь опять же переставлял руку, видно было. Опа, стрелял через лаву. Первый, первый, кто стрелял через лаву. Молодец, молодец. Это плюс, это тебе уважение. Молодчик. Просто молодчик. И здесь ой, молодец. Ну, я не знаю, есть ли у тебя время, типа, трениться, но рокеты у тебя, мягко говоря, не очень. Если ты хочешь, чтобы твои ракеты давали тебе 500 упсов, не 300 с трактористом вот это вот, а именно 500. И вот 500 упсов тебе будут давать, если ты потренишь свой рокет, свою амплитуду, угол отстрела и вот это все. Но карты, я думаю, ты знаешь, на каких можно потренить. Не хардкор, на 300 тебя перевил. На 300 же? А, на 300. 38. Так, вот сразу видно, хорошие отстрелы. Ровненько ведет мышь. Все у него хорошо, ничего. Это самое вот это. Вот 1500 повернул, здесь тоже хорошие отстрелы. Вот. Ну, один рокет потерял. Ну и ладно, ну подумаешь. Так, о, тоже через лаву. Кстати, это было опасно. Хардкор, молодец, хардкорыч, прям радуешь. А движения какие хорошие. Вот человек проконспектировал туториалы наши. Видите, как играть стал? Молодчик же, плюс 2 минуты от дяди Вуди. Смотри, что творится. Но сотку, конечно, булка отжал. Я думаю, ничего страшного, хардкор. В следующий раз. Next time. Just for you, okay? Так, отстрел первый не очень. Ой, ну как-то тоже через кнопочку вперед, видимо, у нас. Прибеженец рефлекса. Ой, ну тут боковой завернул. Ничего себе, нормально. Так, под себяшки пошли. Так, тоже через лаву, еще под себяшки. Сколько под себяшек, по булке-то, ничего себе. Я бы сказал, что прям мой пиздюк, но, извини, хулиган уже мой пиздюк. Нормально, нормально, очень даже хорошо прошел. Я думаю, если бы постарался чуть лучше, то нормально бы прям саб 30 точно бы сделал. Пашка из СПБ, 34. Так, по правой стене. Ну, кстати, вот да, при наименьших скоростях по правой стене намного быстрее будет, на самом деле. Так, отстрелы. О-о-о! А вот это пахнет призом за оригинальность, между прочим. И так далеко не каждый сделает. Даже я, типа, так не додумался сделать. А он додумал, если кто так сделает еще, это будет круто, конечно. Но пока что приз за оригинальность, Пашка. Братан. Кстати, поменяй демо name. Видишь, у тебя named player. Заходишь, короче, такой в фраг сетуп. Тыкаешь в демос. И вот здесь у тебя player name. У меня, видишь, undead води. Воду. А ты напиши себе Пашка, окей? Все, молодец. Все. Молодец. Хорошая демка. Приз за оригинальность. Запомнили пока что твой. Кайл из Мори. Морио. Супер Морио? Бразер, что ли? Вот это? Таймскейлинг репортед. А, это деку. Фу. Ой, слушайте, нормально идет. Ой-ой-ой, как деку вырос. Просто на глазах растет. Вы посмотрите.
хорошая подсебяшка. Лаву, конечно, жаль, очень мало срезал, но за счет очень хороших ракет он, в принципе, эту карту вытащил. Давай, 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 давай. Молодец, молодец, деку, красава, красава, деку, красава. Опа, мой пездюк, на сотку тебя, деку, обогнал, мой пездюк, понял? Потому что это мой, понял? Ты понял, деку? Хорошая демка, молодец, деку, старайся лучше. Так, Паша пошел по левой стене. Так, СРЖ. Подсебяшка в никуда. Подсебяшка, опять же, можно сказать, никуда. Всего 100 упсов дала. Здесь 100 упсов. Ну да ладно, это нормально, нормально. Но скорости очень много сохраняет. За счет сохраненной скорости... Ой, на финише, конечно, очень много потерял скорости об стены, но... Из-за высокой сохраненной скорости на первой половине карты хулиган, естественно, вытащил. Космобикер. Первый, кто сделал саб 30. Иван Космобикер из Украины. Украинцы Европ. Так. Так. Тоже кнопка вперед. Это ничего страшного. Это пройдет, это лечится. Так. Так. Очень много скорости сохраняет. На финише очень много скорости получилось сохранить. Ну, как бы не то, чтобы прям очень, но относительно, как бы, прошлых оппонентов нормально. Вулканоид на point 3 быстрее. В горле, конечно, пересыхает немножко. Болтакать-то вам с вами, лялякать. Вулканоид, молодец. Нормально, 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 так. О, ой, 1500, ой-ой-ой, и ой-ой-ой-ой. Ну, не знаю, не знаю. Кнопка вперед — это немного сомнительное мероприятие на рокетранах. Ну, в целом, справился, я считаю, неплохо. Опять же, под конец, возможно, занервничал. Но вот это вот эти рывки какие-то, да, неуверенные, то что, во, я плюс тащу, от этого надо, конечно, избавляться, и, возможно, стоит просто побольше уделить вниманию рокетранчикам каким-то. Я не говорю прямо сидеть, типа, ну, сейчас ко всем обращаюсь, я не говорю сидеть и задрачивать рокетраны. Я говорю, что стоит просто, не знаю, ну вот зайти на какую-то карту, которая вам нравится. Не знаю, вот кисель кап 13, допустим, там очень хорошо, допустим, оттачивать именно вот эту амплитуду, потому что там есть рокет с хейстом, в котором надо как бы постоянно так... Вы можете демку найти на ютубе, наверное, вроде. А можете... Да, можете клип у меня на канале, можете найти клип кисель кап 13. А, вот. Можете ее поиграть, я уверен, что вот такие карты потом вам будут гораздо легче даваться в плане отстрелов. Так что да, лунтик 29,5 на соточку перебил, молодец. Все молодцы, у меня сегодня такое средненькое настроение, поэтому всем приз за оригинальность, всем за мой счет. Но нет, пока что приз за оригинальность, конечно, у Пашки. Ой-ой-ой, минус 600, ну лунтик, ну как же так, ой, ну минус сека, ну серьезно. Так, ну слушайте, в целом нормально, он сохраняет скорость 2200, здесь просто даблджампом, здесь лишних отстрелов не было, все по траектории, все по узкой траектории, все, в принципе, хорошо, успел еще отстрелиться, 2500 здесь повернул, если здесь еще сохранить сейчас на финише, неплохо, да, да, ну, правда, последний поворот, конечно, можно было получше, но, тем не менее, лида, и прошел очень даже ничего, 29,4, нормально, ну, типа, хорошо, ничего плохого не произошло. Вейл. Вале. Не знаю, как правильно до сих пор читать. Если вы смотрите обзоры, а я надеюсь, вы все смотрите обзоры. Я же для вас пишу, типа. Вейл, наверное. Так, срезал лаву. Здесь у нас 2500 под себяшка в рамку. Это было рискованное мероприятие, товарищ. И здесь. Ой-ой-ой, как. Да как так-то? Вот он, сенс 38, сука, метров.
Типа, ну, может быть, конечно, мышка выскользнула из рук и пришлось ее ловить. Но видно было четко, что он отстрелился, и у него пришлось ему перехватывать, переставлять как-то мышку, чтобы потом начать дальше поворачивать. Из-за этого он потерял кучу времени. Он потерял полсеки, наверное, минимум. Он мог сделать САП-29, но вы видите, да, что происходит? Вот такие дела. В таких случаях с высоким сенсом, точнее, с низким, можно использовать backwards. То есть просто кнопкой назад как-то повернуть, особо мышкой не крутить, но это, естественно, нужна дополнительная сноровка, чтобы это делать достаточно эффективно. Lollipopilinus 29.3. CFG Woody Boss. Кстати, у меня новый КФГ же, надо будет его залить. Не, надо его дописать будет ничего. Так, пока что все очень хорошо. Хорошие отстрелы. На РЖ, конечно, потерял очень много. Я не думаю, что стоило его делать. И здесь просто тихонечко. Да, да, вот хорошо. И прошу заметить, что там в одном моменте он... давайте еще раз. Я прямо акцентирую, насколько человек хотел стараться лучше. Вот прямо... Вот насколько. 30 секундочек еще раз посмотрим. Я вам акцентирую на одном моменте внимания. Я думал, Lollipopilinus будет приятно, что я это заметил. А я замечаю все. И подсебяшки, которые не залетают, я тоже замечаю. Но в целом отстрелы очень даже хорошие. Здесь РЖ лишний был. Очень много потерял. Можно было просто, мне кажется, с трифами прыгать. Прыг-скок, прыг-скок. Вот здесь вот. Вот он... нарочно на рампу попал, чтобы было чуть больше скорости. А так как здесь лететь, типа, не один прыжок с этой скоростью потом, то это ему аукнулось, ну, в сотку можно. Вот эти там 70 лупсов или сколько он получил. Ему это аукнулось в плюс тайм. Вот, вот так надо стараться лучше, вот. Аллах на травелах, окей. Окей, из Украины. Какие-то фейки опять. А вы Аллах на сапогах. А, ну это Скаалин. Изи раскатал Скаалин. Так, 1500 поворачивает, 1900. Здесь 200. Просто с трифами, нормально. Тебяшка в никуда, нормально. Просто завернуть, хорошо, отстрелиться, хорошо. Повернуть. Ой-ой-ой, еще и отстрелился. Ну, блин, тут, конечно, вот это спорный, типа ты больше потерял, чем... приобрел на этом повороте. Потому что ты отстрелился. И плохо ты отстрелился, короче. Ты потом это. Этернали дранк. Поехали. Поехали. Первый САП 29. Локал хост. Так. Так, хорошая подсвяжка. 2300, 2400, 2200, 2600. Очень эффективно. Так. Извини, Пашка, ты больше не оригинален, потому что точно так же сейчас завернул Eternal Drunk через лаву тоже. Все в порядке. Ну и последний заворот, честно говоря, не очень. Играю менее 2 недель, учусь по дефраг теории и FM School. Спасибо за гуиды, ну за гайды. Гайды, гайды так написал. В детстве играл в ИСП. Спасибо тебе, что ты учишься по этим, не побоюсь этого слова, говенным теориям. Потому что там реально очень много воды. Я хочу собраться переписать кратко и по делу. Но это займет слишком много времени. Я могу предложить такой вариант всем, если кто-то заинтересован в новых, свежих, типа с монтажиком, все, чтобы красивенько, строго и по делу гайдам, вообще, ну, по каждому аспекту, что у нас уже есть в Defrag Theory. Я могу предложить такой вариант, просто смотивировать меня финансово на эту тему. Я сейчас, типа, ну, не выпрашиваю, ну, говорю как есть. Если вы, если вам это нужно, можете меня смотивировать финансово как-то на Патреоне или еще что-то. Я займусь, потому что параллельно просто надо делать то, делать все. Я постоянно беспокоюсь о росте, типа, аудитории. А на переписание вот этого очень много времени уйдет. Поэтому вот.
Но это не совсем, типа... Как сказать? Не 100% рентабельно, типа, переписывать теорию. Но я могу это сделать, если вам это нужно. Если вам это не нужно, то я могу этого не делать. Вот. Не то, чтобы я прямо топил за бабло, но... Как бы, если вам нужно, в общем, не знаю, напишите хотя бы там в комментариях что-то как-то. Вот. Окей, Шарлон. Я, возможно, не так как-то выразился сейчас, но я думаю, что меня правильно поймут. Так, Шарлон. Ракет наперед. Словил 1900. Вот он, вот он. Пошел, 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 пошел. Минус 400 всего лишь. Все, минус... Плюс фрейм сделал от меня. Как ты смог? Как ты смеешь? Ну, слушайте, за 2 недели у того чувака очень даже хороший результат. Просто, просто нереальный результат. И вот, и получается, что этот молодой человек проконспектировал теорию, проконспектировал школу ФМа, просто изи раскатал, понимаете? Изи раскатал, изи. Изи сделал 28,7. Просто 2 недели играет. Зря ты, конечно, написал это, потому что ты перебил Лунтика. Лунтик опять в депрессию сейчас впадет. Шарлон, so... I don't know. Just good demo. I don't know what's wrong again. Прокипал 28-2. You always sending good demos. I don't know. Так, Ю пишет. Хфу. О, там я прыгаю. Вон, я лечу. Прокипал меня преследует. Смотри-ка, что. Бум-бум, ну-ка догоняй, догоняй, догоняй. Догоняй, 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 быстрей, 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 догоняй. Не успеваешь, смотри-ка, мои следы там остаются. У-у-у-у. Или это Хокс был? Да, это, наверное, Хокс был. Ну да неважно, нет, это я, наверное. 28-2, да, хорошо, хорошо. Да, я помню прямо, он такой, я еще в это время стримил и сказал, что Паркипоп красавчик. Я и сейчас это говорю, Acid 28.0 перебил Паркипопа. Вот так вот, изи просто. И нету 200 у Паркипопа, все. Изи. Ачик. Так, отстрелы неплохие, под себяшка не очень качественная, но тем не менее, по контролю пока что движение все хорошо. Опять же, тоже, ну все, это точно не оригинально. Извини, Пашка, но ты как бы красавчик, без сомнений. Да, ну контроль у Уэйсида очень классный, поворачивает он и отстреливается очень хорошо. Да. Классненько, очень-очень хорошо. Кипиш, на фрейм, зафреймил. Зафреймил Эйсида, бедный Эйсид. Зафреймили Эйсида. Под себяшка в никуда первая была, вторая норм. Здесь отстрелы, отстрел был не очень хороший. 1300 это очень мало, ты сохранил. Но здесь сделал ГБ, нормально, 2500 летит, летит под себяшки в никуда, надо было чуть ниже угол ставить. О, попал, нормально. И финиш, финиш достаточно хорошо, кстати, тоже получился, по 400, конечно, он 200 упсов ты, конечно, потерял, но зафреймил Эйсида. А мог бы, если под себяшки все попал, перебить Торнера, кипиш, понимаешь, да, понимаешь, о чем? Надо было стараться лучше, кипиш. Торна 27,7. А кипишу надо было вот немножко постараться еще лучше. Поиграть не 5 минут, а хотя бы 8. А Торнер проиграл, смотри, 46 минут. Видишь, Торнер постарался и тебя перебил. У Торнера все четко, красиво. 1500 на повороте. Под себяшка бесполезная на самом деле. И здесь, как бы, ну... Не знаю, на самом деле, как Торнер выбирает роуты. Вот здесь хорошая под себяшка. Здесь ГБ сейчас должен, да, все. Еще мог успеть отстрелиться ракетой и получить плюс 50 примерно по времени. Но этого не сделал, но и ладно. Хухала, перебил Торнера, 27-1, хухала. Изи, изи для хухала на самом деле. Тупо изи. My life offline rules. Так, очень хорошие здесь у нас отстрелы. 1500 поворот. Очень хорошо повернул. 2000 здесь. Ой, 2300. Ой, ну потерял тут, конечно, на РЖ. Не надо было делать там РЖ. Ну не надо.
так, здесь очень хорошо завернул. Вот, в принципе, выстрелил ракету как Скайлен, но видите, он завернул более четко, ровно. Скайлен там больше потерял, потому что что-то задергался весь, как этот. Ну, у Хала, конечно, безусловно, красавчик. Шестое место, да? Или пятое? Шестое вроде. Пус. 25,6 с огромнейшим отрывом. Полторы секундочки. 1900, руки наберет, я под себя очки, блин. 2600 здесь на повороте. Ой, там ракета, конечно. Ну, побоялся, что врежется нормально. В целом, типа, ок. Здесь очень много скорости сохраняют. Ракеты очень классные у Пуза. Ну, никто не сомневается, что у ракеты должны были бы быть классные ракеты. И 2500 здесь поворачивает. Конечно, под себяшка в никуда. Но, тем не менее, 25,6. Это очень-очень хороший результат. 24,8 ZQN. Четвертое место. Так, под себяшки норм, 2500 на повороте, 2600, здесь сохранил 1600, сделал ГБ, нормально, 2500, вот да, просто стрейфом повернул и сделал с под себяшкой срезу на лаву, про которую я, собственно, и говорил, он заскимил, только он сделал типа не ГБ, а просто, грубо говоря, такой мини-РЖ, 24,8, да, очень-очень даже, очень хорошая, чистая и приятная демка, молодец. Босс, естественно, за Кену должен был быть, наверное, какой-то у них трейд роутов там, как у них там по трансферу все происходит, у FPS-ов-то у этих. Нет, нет, смотри-ка. Так, здесь 2600, 1500 повернул. Ну и тоже под себяшкой срезал. Ой-ой-ой, очень хорошо здесь повернул. Под себяшкой, к сожалению, там не зашла. Но если бы зашла, тогда он бы не заскимил тот угол. И у него бы роут развалился. Все прохождение бы развалилось тогда. А так он не получил, не словил лишнюю под себяшку, которая была бы действительно лишней. И заскимил необходимый угол. И сделал третье место. Молодец, молодец. Монтер, красава. Хокс, 24,0. Сразу видно, да, Хокс, кто роуты сам, типа, клепает. Кто на чужих наживается. Не очень словил ракету наперед. В остальном ракеты хорошие пока что. 1500 здесь, нормально, 2500. Там можно было бы еще ракету закинуть. Ну да, ну вот в этом, конечно, да, нормально. И срезал, 2800 здесь. Под себяшку также не словил и также заскимил, типа, ну... Ну, финиш, да, финиш получился, конечно, у тебя вроде как получше. Анкнул смоды май. Май ЧСВ у тебя там или что? Что там? Ну и, как говорит Дональд, ху сюрпрайст, типа. Пройдено не очень чисто. Можно гораздо лучше, потому что я еще на финише здесь вот засрал. Вот. Такие вот дела, между прочим. Все. Приплыли. Все. Давайте пойдем в бровзер. Итак, бровзер, стало быть. Хокс получает 83 рейтинга, потому что он только-только врывается. Я получаю 53. Очень хорошо, надо 2-3-3-7 сделать и остановиться, пожалуй, на этом. Здесь в ИКУ-3 почти все получили плюсовой рейтинг. Это очень приятно. Нюк за то, что поиграл карту, которую его никто не заставлял играть, которая ему не понравилась, получил минус 17. Мягкий Пуз получил за то, что постарался. Ну, блин, демка нормальная у Пуза, да? Но минус 2 рейтинга просто потому, что он до этого делал лучше. В общем-то, да, хардкор точно так же мог бы и лучше. Хардкор обычно где-то вот здесь у нас обитает, где-то на середине. Этернали Дранг вообще красавчик, вот честно, прямо вот, давайте зайдем во, натуре. Все, изи, 38 рейтинга, все. Я могу тебе еще посоветовать, если тебе прямо нравится ДФ, я тебе могу посоветовать играть в обе физики, хотя бы пробовать в ИКУ-3. Тогда понимание в целом вещей происходящих будет по, точнее, получше. В общем-то, все. На этом
все, кто хочет поддержать, можете пройти по ссылке в описании на Patreon. Кто не хочет поддержать, просто ставьте лайки, обязательно подписывайтесь, чтобы наш канал развивался, так сказать, на развитие. Ну и с вами был Вуди, всем спасибо, всем удачи, старайтесь лучше.